Внедрение научных разработок в практическую деятельность республиканских предприятий и производств страны в целом – одна из ключевых задач Уфимского научного центра Российской академии наук. Об этом заявил новый руководитель УНЦРАН Рустем Ахонов. Теперь уже бывший проректор по стратегическому развитию Башкирского государственного университета назначен временно исполняющим обязанности председателя научного центра. По словам Рустема Ахонова, ресурсы традиционной модели экономического роста исчерпаны. Необходим иной тип развития, основанный на инновационном подходе к экономике, который невозможен без научных исследований. Я думаю, что наука должна показать пути того, как осуществлять инновационное развитие для Башкортостана. Моя задача как временно исполняющей обязанности определить механизм и скоординировать науку, органы государственной власти, ключевые предприятия, организации на то, чтобы было понимание того, что эти стороны очень нужны друг другу, в конечном счете для того, чтобы обеспечить вот это инновационное развитие, о котором я говорил. Сегодня Уфимский научный центр объединяет 13 академических институтов и насчитывает более 1500 сотрудников. По мнению нового председателя, необходима координация работы самих институтов и различных наук – гуманитарных, технических, естественных, чтобы эффективнее использовать потенциал институтов для междисциплинарных исследований, которые считаются сегодня наиболее перспективными.